Ну, есть надежда, что, конечно, дело дойдет до Международного трибунала, и Следственный комитет окажется прав. Но почему бы сейчас ему не возбудить дело против Обамы, против Меркель, против многих тех, кто поддерживает и подсознательно, против там комитета 300 пресловутого, мирового правительства и так далее, и так далее. Их можно перечислять во множественном числе. Ведь Аваков и Порошенко — это всего как бы маленькие-маленькие песчинки в этом огромном, большом конгломерате вот этого заговора гигантского, этой железной пяты, которая хочет поработить все народы.